Друзья, всем привет! И снова очередной выпуск по игре Tap Fantasy. Сразу хочу начать с приятного. После выпуска данного ролика, через 2 дня я разыграю NFT персонажа. Вот такую вот NFT-шку я разыграю. Давайте на всякий случай покажу стоимость ее. Если перейти в Swap. Magic Girl. 22 токена MC на данный момент сейчас стоит данный скин. О условиях розыгрыша я расскажу чуть позже, поэтому рекомендую посмотреть видео до конца. Ну и давайте сразу приступим к обзору. Друзья, многие мне задают вопросы, как вообще здесь зарабатывать, сколько можно зарабатывать и сколько нужно вложить для того, чтобы максимально быстро прокачаться. Я постараюсь на все эти вопросы ответить. Так как на все основные вопросы у меня уже есть видеоролики с ответами на самые популярные вопросы, переходите на мой канал, здесь есть, выбираете плейлисты, и вот у меня отдельный плейлист по игре Tap Fantasy. Сюда просто переходите, и тут такие основные вопросы, и ответы на них я уже как бы записал видосики, и вот можете посмотреть здесь и ознакомиться с этим. Вот сейчас я хочу именно разобрать, сколько вообще можно зарабатывать в данной игре. Надеюсь на вашу поддержку. Можете поставить лайк авансом. Никакого финансового совета нет. Просто ответы на вопросы. Давайте, друзья, сразу отвечу на первый вопрос. С чего начать, сколько нужно вложить, чтобы начать быстро зарабатывать и быстро прокачаться. Ну, это, естественно, уже мы уже, у нас есть своя собственная группа, своя гильдия. Вот можно посмотреть клуб. Клуб ID у нас 212, так что можете вступить, конечно же. Ссылочку оставлю на нашу группу, наш чат в описании. Так, ну не в этом дело. Для того, чтобы начать зарабатывать, я всегда рекомендую, ну не то, что рекомендую, а просто совет, как делал я. И, конечно же, приобрести Game Pass, то есть, чтобы сразу получать награды с каждого уровня, по максимуму тут и фишки, и шмот интересный. Потом для начала можно приобрести диамонты. То есть вот эти вот кристаллики синие, они нужны для того, чтобы восполнять свою энергию. То есть вот здесь у вас будет, вот у меня сейчас стоит вот 340 кристаллов, там осталось одно. Но мне нужно выполнить условие, иметь на счету 100 токенов MC. Но не суть. То есть не имея токенов MC на счету, как минимум можно восполнять энергию 5 раз в сутки по 10 энергии. Но на счету нужно иметь синенькие кристаллы. Ну и, конечно же, для старта можно зайти на торговую площадку. И тут уже приобрести стандартный такой набор. Это оружие, броня, перчатки, шлем. Там уровень, может, 11, наверное. Он как бы не столько накладный, он стоит копейки. И прям с самого старта начать качаться. То есть сразу идти по боссам. Не останавливаться на мобах, а чисто идти по боссам. Чтобы не тратить лишнюю энергию. И тем самым вы быстренько прокачаетесь и дойдете до подземелий, где находится самое такое вкусное. Кстати, по синеньким кристаллам сразу скажу. То есть на первую покупку сразу даются X2. То есть уже смотрите сами, на какую сумму вы можете рассчитывать, чтобы в два раза больше получить кристаллов. Это такая акция единоразовая. Так что не совершайте таких моих ошибок. Я первый кристалл купил всего на $1. За это получил вместо 1000 кристаллов, получил 2000, а мог значительно больше. Ну а теперь, друзья, я хочу вот обсудить именно о заработке. Сколько вообще можно зарабатывать в данной игре и сколько нужно вложить, чтобы зарабатывать именно по максимуму с этой игры. Давайте, наверное, начну с самого такого минимума, сколько нужно вложить. Я бы даже не сказал, что нужно вложить. Нужно просто холдить токены MC. То есть вот эти вот радужные кристаллики.
Ну, это, в принципе, холдить также на перспективу на рост курса, ну, сами понимаете, да? Ну, что нам дает эта привилегия? То есть, чтобы прям по максимуму получить всю энергию, нужно иметь на счету от 500 токенов MC. Дальше вот, друзья, смотрите, я сейчас на последнем подземельем, то есть я как бы прошел игру от и до. Смотрите, какая здесь еще есть фишечка. Есть здесь такие боссы вот с двумя стрелочками зелененькими. То есть вот, смотрите, по условию нужно иметь на счету 600 токенов MC. Вот увидите, внизу у меня 63 из 600. То есть нужно иметь на счету 600 токенов MC. Не нужно ничего за них покупать. Они должны просто лежать на счету, вот здесь вот наверху. То есть, по сути, это не вложение. По сути, ты просто купил токены MC и просто холдишь у себя их на счету. То есть, что дают вот эти вот боссы? Во-первых, здесь падает шмот, такой топовый. Вот, можете посмотреть тут. То есть, это максимально тот шмот, который может выпадать с данных боссов. То есть, если давайте сравним с обычными мобами, вот с этими, да? Видите, да, разницу? Там 15 уровень, а здесь всего 11. Ну тут уже делайте сами выводы. Дальше какой момент? С 5 по 20 левел, то есть 5, 10, 15, 20, здесь можно участвовать с друзьями, с соклановцами, то есть с теми участниками, с кем вы состоите в одной гильдии. Что нас ждет дальше? Вот, начиная от 25 уровня. Смотрите. Условия здесь, получается, нужно иметь на счету 400 токенов MC. И тогда вы можете побить этого босса. Опять же, приглашая кого-то, чтобы вам помогли. И получаем вот такие вот гемы. Что это за гемы такие? Давайте покажу. Переходим на торговую площадку. Купить гем. Так, там, по-моему, Assault Gem. Давайте сейчас найду его. Вот. Вот такая цена такой вот награды. То есть, эта награда выпадает именно с того босса. То есть, это за 2 единицы. Ну, примерно где-то 6 токенов MC. Там же нам сколько дают, получается? Давайте посмотрим. 6, по-моему. Да, 6 вот этих гемов. То есть 6 на 6, это, грубо говоря, 36 токенов MC. Это в районе 30-35 долларов по нынешнему курсу, да? Ну, примерно, я сейчас не буду высчитывать это все. Дальше что пошли? Пошли дальше уровни. 26, да? Здесь уже 8 токенов. Ой, таких гемов. 27, здесь 10. 28, 12. 29, 15. Ну и самый последний, 18 этих вот гемов. Ну, тут, видите, уже условия, нужно иметь на счету 10 тысяч токенов. Ну, как минимум, я считаю, что это доступно. Это 25-й левел. Ну, и, в принципе, 26-й левел тоже. Я сейчас, друзья, вам рассказываю именно конкретно, сколько нужно иметь на счету, чтобы зарабатывать по максимуму с этой игры. Никого ни к чему не призываю. Следующее, что у нас? Очень такой вкусненький босс. Он называется Рейд. Или Райд. Что-то одно из двух. Здесь мы участвуем именно гильдией. Давайте посмотрим, какие у него награды. И что нужно иметь, чтобы биться с этим боссом и зарабатывать. Смотрите, здесь от 500 токенов MC, чтобы участвовать в боях вот именно с этим боссом, самым первым, нижним. Я надеюсь, вам всем видно. Что мы здесь получаем? Смотрите, сундук 10 уровня. Что здесь выпадает, да, посмотрите. 13 уровня бижутерия. А, это артефакты даже. И еще рандомом падают артефакты 14-13, помимо сундука.
Это как минимум нужно иметь 500 токенов MC. Максимально, чтобы участвовать в этом рейде, нужно иметь 4000 токенов MC, чтобы получать награду в виде вот этих вот также гемов. Смотрите, да, вот 136 просто умножьте на 6, сколько можно заработать с одного этого босса. Ну, здесь есть одно но, можно участвовать, вызвать этого босса раз в неделю. Давайте посмотрим, сколько получается можно заработать, если побить самого первого этого босса. То есть торговать, купить артефакты. Так, там 14-15, да, левел? Он с 14 левел, да? Вот такие там артефакты нам падают. Вот их стоимость. 15 левел, смотрите, да? Согласитесь, неплохо. Вот эта курочка так вообще очень дорого стоит. Сразу же за одну почти 50 токенов MC. Просто раз сходить на этого босса, получать вот эти награды и просто их продавать. Ну или можно, в принципе, одеть на своего персонажа. Также потом идти в Колизей, просто всех уничтожать. Попадать в рейтинг и зарабатывать награды с этого. То есть хотя бы нужно попасть в топ-100. Смотрите, да, вот топ-1, сколько он заработает, когда закончится этот расчет. Тут тоже раз в неделю разыгрываются вот такие данные призы. То есть просто если это все складывать, то получается уже неплохая сумма. При том, то, что именно вкладывать и на что-то их тратить, токены MC, не нужно их, просто нужно холдить на своем счету. Ну и еще давайте теперь перейдем назад в Sky City. Здесь вот есть такая вкладка Rift. И вот здесь начинается измерение первого уровня. Смотрите, что нам здесь нужно иметь. Нам нужно иметь 1500 токенов MC на своем счету. Тут потом еще нужно будет купить какие-то вот эти вот билетики. Ну, они, по-моему, продаются за синенькие кристаллы. И что нам здесь тоже выпадает? Вот посмотрите, да? Это и артефакты, и шмот, и все на свете. То есть ему вызов можно кидать несколько раз в сутки, пока не пропадет возможность купить вот эти самые билетики. Но нужно выполнить условия, иметь на счету 1500 токенов MC. Ну а что, конечно, посмотрите, если измерение третье, тут уже награды, конечно, будут пожирнее. Вот посмотрите, да? Но здесь уже суммы, конечно, такие, да, нужно иметь на счету 10000 токенов MC. Ну и награды тут, соответственно, жирнее. Еще также многие задают вопрос, а что дальше? Вот прошел ты всю игру, да, от начала до конца, что же нас ждет дальше, да? Ну, то есть уже у людей, как бы, грубо говоря, пропадает интерес. Ну, друзья, смотрите, не тут-то было, разработчики и позаботились об этом. Так как игра сезонная, сезон первый только начался, еще более 2 месяцев этот сезон продлится, то есть успеть заработать могут ну, просто все. То есть переходим на карту мира. Смотрите, находим вот этот значок Тон. Перемещаемся сюда. Смотрите, что нас здесь ожидает. Нас ожидает тут такая вот какая-то страшная башка или череп. Тут какой-то секретная земля бездны. Просто даже вот по картинке, да, смотрится, как будто здесь вот тут все. И токены MC нарисованы, и гемы. И артефакты, то есть после данного ролика, наверное, уже останется 8 или 7 дней до старта секретной земли. То есть, друзья, поиграть еще есть где на самом деле. Ну, а теперь давайте я расскажу об условии розыгрыша. Что нужно сделать, чтобы участвовать? Для начала, конечно же, нужно быть подписанным на YouTube канал. Также подписан на мой телеграм-канал.
Здесь публикуется информация по проектам, как по новым, так и по старым. Публикуются самые такие новые проекты. Если хотите быть в курсе всех проектов, то, конечно же, подписывайтесь на данный канал. Следующее условие. Данный видеообзор должен набрать как минимум 20 лайков и написать комментарий по теме данного ролика. То есть не какой-то там просто простой набор букв и слов, а именно по теме, и обязательно условие от 5 слов. Розыгрыш будет проводиться среди комментариев. Победителя данного розыгрыша я опубликую у себя в телеграм-канале. Друзья, еще раз напомню, что у нас есть своя гильдия. Мы создали ее совсем недавно, где-то 5 дней назад, и мы уже в топ-10 за такой короткий период. И посмотрите, нас всего лишь 128 игроков данной гильдии. А представьте, что будет, когда нас будет 1000. Так что вступайте в нашу гильдию. Гильдия называется Top S, ID гильдии 212. Вы только посмотрите, какие призы разыгрываются среди топ-гильдий. Ну и, конечно же, не забываем вступать в нашу группу гильдии, где мы всем помогаем разобраться в данной игре. У нас здесь есть даже полезные ссылки, мануалы с ответами на вопросы для новичков. Ссылочку на данную группу я оставлю, конечно же, в описании. А если вы не найдете ответы на вопросы, то, конечно же, можете написать мне в личку. Контакты я тоже оставляю в описании. Также у нас для своих соклановцев у нас специальные плюшки. Недавно было разыграно 18 долларов в токенах ТОН. Разыграли прямо здесь, в чате группы. Мы постараемся разыгрывать как можно больше призов. Поэтому, конечно же, подписывайтесь и вступайте в нашу гильдию. Ну а на этом, друзья, я так думаю, все. Я ответил на такой важный вопрос вообще, который, ну, многие просто пишут мне, вот сколько вообще максимум можно здесь зарабатывать и как правильно тут начать зарабатывать. Надеюсь, я ответил на данные вопросы. Просто нужно холдить токены EMC у себя на вот этом вот счету. И все. Не нужно их куда-то вкладывать, не нужно их тратить. Они у вас никуда не пропадут, никто у вас их не заберет. Это я вам 100% гарантирую. Ну и, конечно же, смотрите другие обзоры, которые я добавил в отдельный плейлист Tap Fantasy. Тут я, можно сказать, ответил на все такие популярные вопросы. Тут и стратегии боя, какие персонажи выбирать, как я победил финального босса, как победить босса, который сильнее вас в несколько раз. Как пополнить энергию, как купить вот эти синие кристаллы, как купить MC, NFT. Ну, вроде бы как на все вопросы. Я дал ответы. Не забываем про розыгрыш. Ну, а на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.